В преддверии Дня защитника Отечества ветеранов спешат поздравить многие. Внуки, дети, родные и близкие. Каждый выражает свою любовь и благодарность по-своему. Воспитанники кадетского корпуса в этом году решили подарить ветеранам открытки, на которых пожелания пишут обычные нижнекамцы. Я думаю, им будет очень приятно получить их от простых горожан, потому что это проявление уважения памяти к их подвигу, то, что они дали нам такой шанс жить. Эта акция набирала обороты на глазах. Люди с удовольствием заполняли поздравительные буклеты. Пожелали крепкого здоровья, чтобы в их семье царила любовь и благополучие. Я написала пожелание, самое главное, крепкого здоровья и внимания детей и внуков. Это хорошие акции ветеранам. Я сам тоже ветеран труда. Самое главное, счастье, здоровье. Кстати, дизайн открыток разработали в кадетском корпусе. Акция приурочена к предстоящему 23 февраля и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На этом добрые дела воспитанников кадетского корпуса не закончились. Сразу по окончанию акции ребята решили поздравить одного из ветеранов Великой Отечественной войны. Первым обладателем открытки, цветов и торта стал Владимир Акимов. Ветеран такому подарку был очень рад. Спасибо большое от молодых ребят, таких красивых, симпатичных, как вы. Пожелаю вам добра, доброго здоровья, успехов в кадетском корпусе. Кадетам предстоит посетить еще много ветеранов и поздравить их с предстоящими праздниками. Аделя Сиразова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.